В группе Lada Online появилась заметка от бывшего владельца универсала Lada Vesta, который предупредил, что машины, оснащенные мотором 1,8 литра, могут возгораться. Если ваша машина выпуска не ранее начала 2018 года и не позднее июля 2020 года, то в ней есть косяк, из-за которого может сгореть авто, пишет автор поста. По его словам, этот косяк заключается в тесном контакте шланга подачи топлива в рампу и кронштейна проводки, в результате чего топливо, подающий шланг, перетирается. У меня и на новом кросс-седане на 400 км пробега уже заметный запил был на топливопроводе, пишет бывший владелец Lada Vesta, и из 7 тачек с пробегом и мотором 21179, которые я смотрел, ни одна бы до 100 тысяч километров не доехала. Моя на 13500 километрах сгорела. В ближайшее время владелец сгоревшего автомобиля обещал поделиться подробностями о том, как он взаимодействовал с АвтоВАЗом на предмет возврата денег за дефектную Lada Vesta. Двигатель объемом 1,8 литра имеет отдачу 122 силы и агрегатируется на Lada Vesta с пятиступенчатой механикой. Также двигатель ВАЗ-21179 устанавливается на Lada X-Ray и предлагается также в паре с автоматизированной механической трансмиссией АМТ.